Всем привет! Меня зовут Рина, и в этом видео я хочу показать вам дворец ледяных скульптур в Таиланде. Из тропической жары вы можете окунуться в ледяную сказку. Выставка ледяных скульптур расположена в городе Хатьяй, южной провинции Сонгхва, недалеко от границы с Малайзией. И очень популярна среди тайских, малазийских и сингапурских туристов. Ледяные скульптуры были выполнены вручную мастерами из китайского города Харбин. Внутри здания поддерживается постоянная температура минус 15 градусов. Поэтому при осмотре ледяных скульптур лучше надеть джинсы или брюки. В стоимость билета входит прокат куртки и перчаток. А если вы придете, как и я, в босоножках, то здесь можно купить носки. Иначе будет очень холодно. Вся выставка разделена на три части. В первом помещении можно прокатиться с горки и пофотографироваться с ледяными скульптурами. Здесь есть как тропические крокодилы-бегемоты, так и более традиционные пингвины и полярные медведи. И, конечно, не забыты всеми любимые Angry Birds. Вторая часть выставки имитирует зимнюю пургу. Нужно отметить, что довольно хорошо имитирует. Если вы до этого момента не замерзнете, то можно сфотографироваться на фоне заснеженных деревьев. А в третьем помещении находится цветник с озимыми растениями. Если среди жарких тропиков Таиланда вы заскучали по морозцу, или ваши дети видели лед только в холодильнике, добро пожаловать в дворец ледяных скульптур в Хатьяе. Эй, подождите, не уходите! Подпишитесь на мой канал!